Тож до нашої студії завітав інструктор з Кравмага Ігор Конвішер. Доброго ранку вам. Здравствуйте. Тож самооборона. Давайте, я вже готова. Тепер я буду вночі йти відбиватися від цих маньяків, а то і їх буду бити. Знаєте, я не завидую тим маньякам. Так, ну ізначально, з чого починається самооборона Кравмага? В принципі, основним лозунгом Кравмага Мале, по крайней мере, направление, которое я представляю, является минимум действий против максимальной агрессии. Это означает, что мы будем знать как можно меньше приемов, но для того, не совсем так, но для того, чтобы как можно против больших типов нападения мы могли защищаться. Первое. Мы не принимаем боевую стойку, потому что это как бы свидетельствует о том, что мы уже готовы защищаться, и с нами уже будут вести себя по-другому. Наша защитная стойка, она всегда скрытая. Есть два положения. Это положение готовности и, собственно говоря, боевая стойка. Давайте мы попробуем ее принять. Вы левша или правша? Правша. Правша. Давайте чуть-чуть вперед левую ногу и выставим вперед руки. Просто вперед руки. Вот так ладошкой. Да. Колени чуть-чуть согнуты. Вот нам должно быть комфортно стоять. Да. То есть, когда человек к нам подходит, да, мы просто показываем, не подходи ко мне, остановись. А тут еще я там себе шла и шла, я такая, опа. Ну, естественно, если есть время для этого, да? Ну, вот я тоже думаю, что я не так бы ориентировалась. Конечно же, конечно. То есть подходит человек, он, да, с агрессивными намерениями, хочет ограбить, еще какие-то, ну, непонятно, что он хочет, да? Я просто, да, просто вот, не подходи ко мне, и все. То есть вот с этого, в общем-то, мы начинаем самооборону. Дальше, мы попробуем с вами научиться освобождению от захвата. Самое простое. Ну, чтобы я вам часы не сорвал, руки совершенно случайно, вы меня не обвинили. Цепочка. Значит, смотрите. С чего начинается освобождение от захвата? Мы всегда руку должны выдергивать в сторону большого пальца, как меньшего рычага. Здесь 4 пальца рычага. Давайте, короче, покажем, чтобы да? Давайте, хорошо, рычаг. Конечно же. Значит, вы должны руку согнуть в локте и вращать ее вот в эту сторону, на себя. Вот таким образом, да. Попробуйте. Сильнее, так. Смелее, да? Еще да, сильнее? Да. Конечно, а как же. А ты бы меня кто-то схопил? Конечно. Уже вас уже схватили, да, вы уже освобождаетесь, да. Еще раз пробуем, да. На самом деле это не так уж сложно. Давайте вы попробуйте. Возьмите за руку. Крепко держите. Я намагаюсь. Изо сил, да. Моя задача вращать руку в сторону большого пальца. Вот таким образом. То есть у вас так лучше выходит, чем у меня? Я долго тренировался. Попробуйте. Хорошо. Если взяли двумя руками, ну так тоже возможно, да, вот таким образом. Возьмите двумя руками. Ну, у меня так, конечно, силы хватит, опять же, я вращаю в сторону больших пальцев. Крепко держите его всю силу. Давай. Ого! Усилить можно освобождение от захвата с помощью второй руки. Держите, держите. Давай. Да. Я сжимаю захваченную руку в кулак, прихватываю второй рукой сверху и вытягиваю. Использую, да, для усиления воздействия. Это мой способ. Это способ любого человека, потому что изначально априори мы рассчитываем на то, что нападающий сильнее, чем мы. То есть вряд ли ко мне подойдет вот такой вот коротыш, да, и будет меня с выпущенными глазами хватать за руку, правда ведь? Правда. Давайте мы попробуем теперь. Да, вот я держу вас за руку, вы сжимаете эту руку в кулак, эту ладонь накладываете сверху и тянете. Здорово, у вас уже получается. Дальше, мы должны не остаться на месте, а разорвать дистанцию. То есть мы понимаем, что дистанция опасная, там, где человек до нас может дотянуться рукой или ногой. То есть вот здесь уже безопасно, можем разговаривать, да, спокойно. Чекайте, я проверю. Да, можем. Плазомер меня не подвел, да? Да. Поэтому, возьмите за руку. Освободившись от захвата, вы должны сделать шаг назад. Ага. И выставить руки для того, чтобы ограничить агрессию. Выставленные руки, они свидетельствуют о том, что я не хочу неприятностей, одновременно с этим я думаю, вполне спокойно нападает, защититься. Я думаю, что он хочет. По-разному бывает. Зачастую бывает, что схватил человек за руку, да, вы руку выдернули, отошли назад, там люди стоят, там прохожие, там освещенные места. То, ну, он отказался своих намерений противоправных преступников, да. Давайте еще раз попробуем. Вы освобождаете руку, делаете шаг назад. Раз, два, шаг назад. Только назад не заваливайтесь, а держите равновесие. А то бам, упали, да. Он такой, боже, что случилось, да. Давайте еще раз. Думаю, это напал. Шаг назад. А, мы еще так, да? Нет, просто вот не отшагните правой ногой назад. Правой ногой назад. Да. Угу. Дальше. Если ситуация складывается таким образом, что руку выдернуть не получается. То сильно крепко. Сильный человек, да. То приходится его, конечно же, бить. Ух ты. Да, представляете, да? Ну, не совсем так. Во-первых, не надо бить кулаком. Достаточно кисть, достаточно тонкий инструмент, который нам нужен для того, чтобы выполнять тонкую работу. Да, там ручку держать, там, на клавиатуре работать. Когда мы падаем, я уже давно не падал на асфальт, ну, в принципе, если мы падаем, мы опираемся рефлекторно на ладонь, правда? Как ну, так, падаете, да. Да? Когда встаете, вы опираетесь на ладонь, а не на кулак, правда? Ладоньки были. Это происходит подсознательно. Так вот, ладонь разбить гораздо труднее. Вот есть такая точка, вот основание ладони. Вот здесь, да. Вот эти места.
Этим местом наносится удар. Удар наносится в подбородок или в нос. Значит, смотрите, каким образом мы действуем. Вас схватили за руку. Вы наносите удар, только не сломайте мне ничего. Да, аккуратненько, прямо вперед наносите удар в подбородок. Вы думаете, я такая сильная? Раз. Да. Выдергиваете руку и отшагиваете назад. Примерно так. Давайте попробую. Я покажу, как примерно должно быть. Так, давай. Смелее, смелее, да-да. Меня схватили за руку, куда-то тянут. Да, я нанес удар ладонью, руку выдернул, отошел назад. Еще раз. Я такая, Да-да-да. Именно так, да. Раз. Выдернул руку, отошел назад. Теперь вы пробуйте. Давайте. Да-да-да-да. Так, я зараз должна... Ладонью. Раз. Руку выдернет. Своей рукой? Так, руку. Раз. Выдерните, выдерните. Угу. Вы верите, если еще даже раз меня вы ударите, я все равно захват уже ослаблю. Да. Тобто да, раз, вы с колеи, так? Два. И у тебя второй рукой не нужно этого делать. Да, и ручки подняли. А чего другой не можно? А? Нет, можно, просто не нужно. Ага, я просто не нужно, да. Раз. У меня же вздрагивает все каждый раз, когда вы меня бьете. Но паника в любом случае будет. Это второе. Я, напевно, не зорієнтувалася. Не все сразу. И третий момент, это самый опасный, самый страшный, самый сложный удар, это удар ногой в пах. Ого. Да. Я действует на всех одинаково. Это очень неприятно, очень болезненно. Ну да. Только меня не имейте, пожалуйста. Значит, мы делаем три действия. Первое. Наносим удар ладонью. Угу. Раз. Не отпустил. Удар правой ногой в пах. Правой ногой. Ты, а я просто по-футбольному. Бэмс. Да. Вот пах находится между ног, если вы знаете. Да. Выдергиваем руку. И отшагиваем назад, поднимаем. Угу. Да. Я ноги просто хочу ударить, я же добрый. Так я поэтому. Я же не маньяк. Естественно. Я тоже. Еще раз. Раз. Да. Ногой в пах. Два. Руку выдернули. Не начинай. Не-не-не-не-не, так вы не выдернете. Еще раз. Смотри, добрый маньяк рыча купался. Добрый маньяк. Раз. Два. Назад. Тобто я вытягиваю руку сам одну, чи да, допомагаю іншою? Нет. Просто руку. Смотрите еще раз. Вот так возьмите за руку. Угу. Вот так просто. И не освободите захват. А, вот так. Не нужно тянуть, да. Нужно вращать руку в сторону большого пальца. Вот так. Все угу легко. Давайте пробуем еще раз. Ладонью. Так, раз. Бью. Ногой. Два. Выдернули. Отлично. И отошли назад. Да. Вот такие героические позы. Внимательно надо. То есть мы встали так, чтобы нам было комфортно, чтобы мы не упали, не потеряли равновесие. Чуть согнули колени, угу, приподняли плечи и выставили вперед руки. Угу. Таким образом мы сможем защититься от любого. А, то ты еще сейчас мы будем. Конечно. Да, да, да. Теперь, если вы не возражаете, мы можем попробовать нанести удар уже в реальную силу. Правой ладонью. Еще раз, еще раз мы наносим удар основанием ладони. Попробуем. Тобто я бью. Да, сильнее, не стесняйтесь. Бам, хорошо. И теперь ногой снизу. Бам. Да, ну старайтесь... и это я видишь. И в это шли, да. Старайтесь бить не прямой ногой, как дубиной, а представьте, что вы бьете по футбольному мячу. Снизу вверх. Тобто, бам. А я... Нет, вот снизу, как будто набиваете мяч просто. Ага. Вот так. Тобто, а так? Да, ну, да, да. Именно, нет, снизу, снизу. Это как-то так жестоко. Ну да, это же маньяк все-таки. Да, а что же вы хотели? Давайте попробуем еще раз. Вы ударите ладонью. Сильно. Сильно, сильно. Раз. Ого, да. Это разве сильно? Раз. И ногой. Два. И отойти назад. Хорошо. А теперь мы пробуем все вместе. Смотрите, я держу вас за руку. Рука уже покраснела. Вы наносите удар ладонью. Раз. Ногой. Два. Освободили руку. Отошли назад, руки подняли. Отлично. Еще раз попробуем. Ось так. Или, все, или уже все умеете? Я вже все умію. Отлично. Тогда мы на этом остановимся, да? Все, тож ось так. Дуже просто. Да. Дуже просто. Ми можемо захиститися від маньяків різних. Тож нагадую, до нашої студії завітав інструктор з Крав Мага Ігор Конвічер.